В течение многих лет синоптики наблюдают за тем, в какой именно день января температура начинает резко снижаться. Так они пытались определить, совпадает ли похолодание с самим крещением. Выяснилось, что примета оправдалась в 50% случаев. Морозы на самом деле бывают, но они могут начаться раньше или позже крещения. В этом году в Оренбургской области осадки прекратятся уже на этой неделе. Одновременно усилятся и морозы. То есть можно говорить, что народная примета снова сработает. Начинает формироваться область повышенного атмосферного давления над северной частью европейской территории России. То есть надо полагать, что эта вот область повышенного атмосферного давления с холодным воздухом сформируется и будет выходить на нашу территорию уже где-то в конце следующей недели. То есть к крещенским морозам, я думаю, что будет погода совпадать тому, чего обычно ждут. То есть осадки прекратятся, будет слабый ветер и температуры начнут падать. Я думаю, что за 20 и ниже.